приветствую вас, так же, как и мой коллега. Я не очень понял, какой именно вопрос вы пытаетесь решить. То есть, психологически ли, или юридически. Вот. Поэтому я, будучи психологом, отвечу вам с точки зрения психологии, наверное. Ну, в частности, вам это, может быть, поможет и решить вопрос, в том числе и юридически. Значит, с чего нужно начать, да? Вы спрашиваете, значит, что мне делать, как быть? И вот что, пожалуй, важно, это определить вам, как быть, чтобы что. Как быть, чтобы что. Чего вы хотите? Какая ваша цель? Конкретно. Именно от вашей цели зависит то, что вы будете делать дальше. Понимаете? Вот. И мне кажется, что начинать нужно именно с формирования своей цели. Что это за цель, какая она и так далее. Вот. Значит, соответственно, именно из того, какая у вас цель, и будет формироваться ваши дальнейшие действия. А пока, согласитесь, ну, не очень понятно, чего вы хотите. Именно вы. Это первое. Второе. Вы пишете, что ваш муж ушел. Вы поссорились, да? И он ушел. На мой взгляд, важно понимать, из-за чего вы поссорились. На мой взгляд, важно понимать, что послужило поводом для ссоры между вами. Вот. Потому что поссорились вы, ну вот, тот факт, что вы поссорились, да, мне думается, следует разбираться. То есть я его, ну вот, и я его на самом деле не хотел бы вот оставлять, да, именно вот так, как вы его видите. То есть мне бы хотелось, чтобы вы именно свою позицию обрисовали. Какая она, позиция ваша в этом аспекте? Почему именно вы поссорились? Именно вы конкретно. Вот. Мне кажется, это важно, если мы хотим с вами понять,
значит, понять, что вам делать дальше. Да? Вот. То есть вам не нужно говорить, что вы поссорились, да, потому что это не так. Поссорились именно вы. И нужно определить то, почему вы поссорились. Вот именно конкретно вы. По какой причине вы поссорились. Вот. Соответственно, после этого будет понятно, чего вы хотите, что вам нужно, в чем вы нуждаетесь. Вот. И, соответственно, исходя из этого уже можно будет дать вам какие-то рекомендации, которые могли бы помочь вам. Вот. Дальше идем. Ага, на развод и алименты я еще не успела подать. Он собирается уехать за границу на заработки через 6 дней. Прописан в моем доме, выписаться ему некуда. Как мне быть? А что вас интересует конкретно здесь? То есть вас волнует-то что? Что вы алименты не успели подать? Или что он уезжает за границу и его выписка остается с вами? Но он же когда-то приедет обратно из-за границы. Может быть, к тому времени вы и помиритесь, может быть, к тому времени вы уже решите свой конфликт. Потому что вы поссорились, он ушел, но решение о разводе принимается не так быстро, как вот вы это делаете сейчас. Решение о разводе должно быть взвешено, но оно у вас такое впечатление, что достаточно импульсивно, вот, скажем так. И мне думается, что данный аспект нуждается в том, чтобы вы обратили на него самое пристальное внимание, да? То есть ссоры бывают у всех. В ссорах нет ничего, ничего неестественного, но далеко не всегда это приводит к разводам, да? Поэтому имеет смысл, может быть, не спешить пока с разводом. Имеет смысл, может быть, пока не разводиться, вот. А, соответственно, подождать, пока он приедет заработков, и там уже будет, понятно. Вы встретитесь, поговорите, и все вопросы, скорее всего, решите. То есть вы решите, либо вы разводитесь все-таки, вот, либо вы стараетесь как-то наладить отношения, да, то есть
обращайтесь к психологу, например, для помощи вам обоим, да? То есть как это работает, в общем, вот. Ну, опять же, это если есть у вас такое желание, вот. Пока что мне кажется, что либо вы находитесь в достаточно сильном эмоциональном напряжении, эмоциональном состоянии ярко выраженном, вот, либо вы не так уж сильно хотите получить ответ, потому что вопрос задан, на мой взгляд, ну, достаточно небрежно, вот, достаточно небрежно задан вопрос, и, соответственно, я бы хотел тоже выяснить, почему вы его так задали, ну вот именно так, по какой причине, да, вот, мне думается, что это важно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.